Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Сколько дней в неделю вы тренируетесь и по сколько часов в день? Ну, я стараюсь тренироваться минимум раз в день. По времени это происходит таким образом: сколько есть времени, столько тренируюсь. Бывают моменты, когда мало времени, там очень большая подготовка к турнирам, и нужно вкладывать постоянно ученикам новую информацию говорить. Тогда у меня очень мало времени, и я стараюсь делать утреннюю гимнастику и что-то еще в зале. Это примерно час-полтора. А если у меня много времени, бывает так, что я могу 3 часа утром потренироваться, часик днем и еще там вечером часик-полтора. Так что в зависимости от того, сколько работы я имею. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС.